И порой при наведении порядка на своей земле или в местах исторических удается обнаружить и уникальные находки, скрытые под глубиной веков. Такой клад нашли в центре Гродно. При реставрации нежилого дома рабочие обнаружили на чердаке спрятанную коробку из-под табака. В ней находились украшения, золотые кольца и монеты, в том числе и старинные. По предварительной версии, их спрятали жители во время ликвидации Гродненского гетто во время Великой Отечественной войны. Визуально мы еще только начали работу. Можно сказать, что это предположительно, конечно, все вещи будут выполнены из золота. Достаточно ценные. Это и монеты, и вещи. То есть, как мы называем в музее, монетно-вещевой клад, принадлежавший какой-то еврейской семье, жившей в данном доме. Ну и скрытые наверняка перед тем, как их согнали в гетто, либо вывозили отсюда из Гродно. Сейчас золотой клад будет отдан на временное хранение в музей. Впереди огромная работа экспертов и специалистов. За всю официальную историю нахождения кладов в Гродно обнаружили 23 подобные находки.